Так, ладно. Поехали. Ведь закажите про ни за что. Параметры. Давайте звук немножко потише сделаем. Где-то так. На 50%. Или все равно громко еще. Ну ладно. Скажите мне потом. Сейчас я чат обучу. Так, скажите потом громко или нет. Ладно, 40, так уж и быть. Запустить демоверсию. Пусто. Обычная сложность. То есть, типа, кем играть? Женщина? Мужчина? Ну, женщина так себе, мужчина, конечно, тоже так себе. Но... Будем женщина играть? Почему бы и нет? Вы просыпаетесь в своей квартире в 2032 году. В 2032 году у меня будет своя квартира? Класс. Скажите потом нормально по звуку или по громкости, потому что стримлю напрямую с PS4. А там это так, довольно непредсказуемо. Что-то долго мы просыпаемся в своей квартире в 2032 году. Это как-то даже как-то грустненько. Так, что я сказать про Prey? Я в первый Prey играл, мне так кажется, что, судя по тому, что я видел, ничего общего почти здесь нету. Там ты был каким-то индейцем, носился, умереть нельзя было. 15 марта 2032 года. Морган? Это мужское имя. А я же женщина. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. Свет. Слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган, как в старые добрые времена. Звучит много... многообещающе, с каким-то толстяком зажечь. О, задание. Первый день на работу. На работе. Надеть форму. Форма вот она висит. Неплохо. Так, давайте-ка осмотримся. Чем-то немного Deus Ex напоминает. Визуальная стилистика. Поздравляю, Морган, Алекс. С чем? Куча лора раскидана, как всегда, по книгам. Можно швырнуть. Ой, какой интерфейс. О, привет.
Да вы что, серьезно? Нести нельзя, холодильник очень тяжелый. Ой, проклятый Вьетнам, я буду периодически микрофон выключать, чтобы вам своим кашлем не глушить. Но не всегда это удобно. О, карабкаться. Ну-ка. Я залез на шкаф. Ладно, игра года уже. А почему вода без звука спускается? Отстой. Уже не игра года. Душ принять можно? Вот. В костюме. Неплохо. Ладно. Короче, книги смотреть бесполезно, их слишком много. Так, а я могу выйти на балкончик на свой? Заело. Отлично, у меня отличный балкон, а дверь заела, класс. Вот это интерфейс. Не, прям как в Deus Ex'е. Но симпатично. Карабкаться. Нет, не хочу. Изношенный провод. Сгоревшая плата. Моток. Зачем я все это беру? Непонятно. Я инженер какой-то? Возможно. Так, куда мне идти? Возможно, сюда. Доброе утро, мисс Ю. А, она меня мисс все-таки называет. На крышу сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Да я это крутая. Нелегко, понимаете? Что нелегко, понимаете? Вам нужно вызвать лифт. Мне не нравится, как герой двигается. Он как будто в молоке плавает. Что-то не то. Нету легкого хотя бы даже покачивания. Ну, нет, оно есть, но такое чувство, что я вот просто парю над землей. Ну, люди так не ходят. Это очень непривычно. Кто это придумал? Ну вот серьезно, вот я вот сейчас как в каком-то Mirror's Edge дурацком себя ощущаю. Не похоже, кстати. Ой, какая грязная текстура. Да вы чё? Господи, что это? Ну, полетели. Мисс Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Комплекс Транстар совсем недалеко. Типа, видимости с кабином... С кабиной сезона... Ой, господи, с кабиной пилота не существует. Чё по звуку, скажите? Нормально мой голос слышен на фоне этой громкой музыки? У меня почему-то в наушниках все это дело безбожненько орёт. Слышно меня?
Какой-то синт-вейв звучит. Неплохой вид на залив. Сан-Франциско, что ли? Привет, Женя. Вот, ты там мне скажешь, там сидит куча человек, смотрит, и никто со мной не разговаривает. Скажи мне, голос, громкость нормально на фоне музыки? Вот этой безумной. Да, сцепление неплохо сделано. Приехали, мисс Ю. Берегите голову. Удачи вам. Можно тебя чуть-чуть погромче, окей. Это делается наоборот, игра делается потише. Ой. Как я завтра подкаст буду вести с таким кашлем. Да, подкаст будет завтра вечером. Здравствуйте, доктор Ю. Здорово. Я оператор научного класса Сивилла 4. Игра локализована, это прям клево. Всем не терпится увидеть, на что вы способны, доктор Ю. Мне точно. Что ты со мной следишь? Привет, демон. Проджект. Наши исследования требуют высокой деятельной сосредоточенности. После тестирования я могу выдать вам психоактивный стимулятор, если понадобится. У Транстар по всему миру более дюжины высокотехнологичных станций, даже больше, с учетом лунных. Мои инструменты настроены на обработку больших объемов данных в реальном времени. Не волнуйтесь, ничто не будет упущено. О, какая картинка. Класс. Уверена, ваш брат ждет вас. Блин, сколько диалогов прописано. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Да, спасибо, Диамон. Стараюсь, но традиционно не получается. Как раз так перед праздниками заболеть, вообще красота. Морган, наконец. Ой, мой любимый голос. О, это же Гейб. Ты неплохо выглядишь в форме Транстар, как твой глаз. Красный. Знаю, тесты слегка необычные. Это традиция семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Это же начало Half-Life'а. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашу сестру ждут в комнате А. Да. Слушай, просто будь собой. Буду ждать. Какой красавец, братик. Жаль, что я не могу показать тебе свой проект. Ждут в комнате А. А где комната А? Тестинг румс, окей. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Да ладно. Чудесно. Это вы просто молодец. Да что ты? Теперь перейдем в комнату. Для чего этот тест там? Что, я умею швырять коробки? Так, Морган, внимание. Постарайтесь спрятать
находится в этой комнате. Ого. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу, у вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Так, подождите. Спрятаться. Кнопка запускает тест. Я жду вашего сигнала, Морган. Как мне спрятаться? Вы чё? Давайте-ка. Ладно, спрячемся за стул. Во. Ай! Я... Есть синаптическая реакция? Вообще? Нет? Ну ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Я спрятался. Ладно, поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее. И самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. Ладно. Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Что за тесты? Вы ни при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Пошли. Здесь-то что? Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Жду. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. Старт. Вы планируете отпуск, куда вы отправитесь? В хорошо знакомое место, где вам нравится или новое? Знакомая. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так, держать. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Страх, гнев, спокойствие. Страх, наверное. О, это сложно. Потерявший управление поезд мчится по пути, по которому прикованы 5 людей. Вы можете перевести поезд на следующую ветку, но к ней прикован один человек. Ха-ха, вот они, мясики, сюда. Перевести стрелку, конечно. Окей, дальше. Потерявший управление поезд приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Столкнуть толстяка. Конечно. Еще немного. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете снять поезд, прыгнув под его колеса, но при этом погибнете. Опять стал прыгнуть под поезд, столкнуть толстяка, ничего не делать. Толстяка же нет. Прыгнуть под поезд. Ого. Я поражен. Что это? Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него.
Я спрошу у вас, что вы... это кофе? Тут пусто? Я думал, Сим... Ебать. Началось. Мимик? Или как он там называется? Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Чё? То же самое? День сурка начался. Ну, уже интересно. Ладно. Шесть. Опасность, уходите немедленно. Неплохо. От кого? От январь. Ладно, пошли дальше. Так, тут тетеньку убила. Новая задача — бежать. Куда? Заблокировано. Через комнату, что ли, надо вернуться? О! Оба-на! Оба-на. Вот это неплохо. Нет никакой ложки. Хорошо. Вы в лаборатории симуляции. Идите к выходу. Я буду на связи. Так надо мной эксперименты ставили. Больные ублюдки. Тут что у нас? Вертолет. Вертолетом я управлять, скорее всего, не умею. Что такое? Не работает. Ой. Я все просрал? Ладно, давайте так.
Так. О, аптечка. А куда мне смотреть? Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Сначала лучше ударить, прежде чем подобрать. Или что? Ладно. Короче, было просто... Был страшный звук, а я никого не видел. Это плохо. Даже камера не дернулась никуда. Чё? Водичка? Ладно. А, там стул встал. У стула шишка встала. Хорошо. Ой. Вот это красота. Ну иди сюда. Ух ты. Они так множатся. Не, ну прямо такой Half-Life. Half-Life. Опа. Куда ушел? А, вот ты где. Блин, боевка дурацкая вообще. Они снизу. И прыгают. Так себе. Где чё? А, вот ты где. А чё ж с ним такие проблемы, если этих мимиков можно просто гаечным ключом захуячить? В чём проблема? Ладно, это фигня все. Я не знаю, куда мне идти дальше. Ладно, отключим зеркало, то ничего не понятно. Ну ладно. Здесь не открылось случайно? Нет. А, нет, подождите. Надо подождать. Окей. Вот это, блин, интерфейс. Нет, чтобы просто все подбирать. Так, электронная почта. Срочно привет. Садите в термопункт. Ну, все это читать надо, а мне лениво. Играйте по-своему.
экспериментируйте. Пытайтесь по-разному справиться с трудностями и врагами. Если вам встретилась запертая дверь, можете поискать пропуск от нее или придумать что-нибудь еще. Получая новые навыки, вы расширите список доступных возможностей. Но я слышал, там можно не там в кружку вселиться и закатиться в щелочку. И будет хорошо. Ошибка. Так. Ну, блин. Ой. Читать неудобно это все. Цыпа-цыпа. Эти, ты где? Че, меня сейчас замогилят вообще? Вот и все. Вот и я умер. Это какой-то позор. Так нельзя делать. Я не должен умирать на обучении. Или это уже игра? Обучение уже закончилось. С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. О, у него стало два предмета. Я помогу вам выжить. Какой? Здесь есть кнопка забрать все? Нету. Ну, то есть я не могу убить две какашки вообще. Что такое? Непонятно. Нет пропуска. Ты где? Ладно. Двоих я не пережил. Да что ж такое? Они прыгают как-то непонятно. Это то, о чем я мечтал всю жизнь, что ли? Ну ладно. У меня есть аптечка. Как аптечку применить? Сука, в тумбочку превратился. А, я угадал. Ублюдина мелкая. Так, как аптечку сожрать? Так, аптечка, использовать. Спасибо. Вот пропуск. Пошли, что это? Ой, какая уродище. На тебя. Тифон,
Присаживайтесь. Тифон? Тихон. Что-то можно починить. О, какая-то штука. Гипс-пушка. Гипс-пушка. Гелевая иммобилизирующая переносная система. Гипс-пушка. Транстер выводит из строя или обезвреживает цели, не причиняя им вреда. Можно гасить пламя. И временно устранять пробой электроизоляции. Затвердевшая пена способна выдержать человеческий вес. Ага. Окей. Мимик обыскать. А, вот упрощенный интерфейс уже. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. Кода у меня нет. Морган, там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменила его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей... Ой. Все, я проиграл. Вот отстой пидорский. Ну просто, ну невозможно. Ну это понятно, что я играю на геймпаде, на котором не особо это и умею, но, блин, чуваки, серьезно? На среднем уровне сложности тебя убивают с двух тычков? Да вы чё? Ну это плохо. Это был фантом. Тифон Антрофантазмус. Не останавливайтесь. А, можно вот так. Все это я уже видел. Где-то мимик. Ставь легкий. Ну, можно было бы. Я не знаю, можно поменять уровень сложности? Параметры. Игра. Сложность обычная. Низкая. Кошмар. Нет, низкая. Давайте низкую поставим. Это ж демка. Ой. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменила его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. А, у нее еще есть баллистика. Ваш транскриптор — список того, что вам нужно. Взгляните. Ой. Где они? Вообще неудобно. Даже попасть не могу в них. Да что это за, что я за инвалид такой? Вот. А чё это она его? А почему я не... А.
он не до конца застывает, что ли? Да не, ублюдочно вообще. Боевка ублюдочная. Герои дурацкие. Кошмар, кто так? А, вот быстрое переключение на крестовине. То, что я болею, не означает, что я, блин, попасть не могу в мелкого героя. Так, а как это взять? Ну вот это уже биошок пошел, нейромоды и прочее. Он как-то с задержкой все делает, будто в киселе играешь. Но вот такое чувство у меня есть, что передвижение, блин, что инженер, охранник, ученый. Кем лучше быть? Охранник. Улучшите ваши физические данные. Ну, давайте улучшим наши физические данные. Ого. Вот эта штука. Класс. Главный холл. Колесо избранных функций. Тут можно было бы, конечно, полазить, но нет никакого желания. Ну, не знаю. Пока впечатления смешанные и скорее отрицательные, чем положительные. Пока непонятно. Но точно не на PlayStation надо покупать, потому что, ну, вот этих мелких тварей убивать очень неудобно. Они всегда норовят прыгнуть под ноги, их не видно, ты осматриваешься, нацелиться невозможно. Такое себе удовольствие. Так, нажмите Х. Вот это совсем по-биошоковски выглядит. Готовы наконец увидеть реальный мир? Да. Я в космосе. Ой. Там что-то все плохо. Будьте начеку. Доберитесь до своего кабинета. Я пометила его на карте. Там есть видеозапись, которую вам нужно посмотреть. Я знаю, что у вас много вопросов. Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно... Мне вон туда надо попасть? А как? А, видимо, вот так. Где? Доброе утро, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса 1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Денис обещает проводить его быстро и безболезненно. А, вот ты где. Ладно. Может, было мусорку обыскать?
Что-то взял. Опа, еще бежит. Так, а их тоже же можно обыскивать, да? Я что-то не могу взять. Опухоль мимика почему-то не берется. Ну ладно. Так, у меня есть аптечка еще. Есть. А, Диамон, я понимаю, почему ты не понимаешь. Я выбрал женского играть за женского персонажа. Тут можно выбрать в начале игры либо. О! Либо ты женщина, либо мужчина. Че такое? Почему-то иногда нет. Вот сейчас я дерусь почему-то без звуков. Как-то очень странно это кайпово выглядит. Ладно. Ой. Как здоровье? Хреново. Все еще болею. Сейчас дойду и пойду поваляюсь. Хотя и так валяюсь на диване. Голова болеть начала. От этого всего. Безумие. Кабинет директора. Ну, ключик. Что там директор пишет? Не, все это читать, ну, невозможно. Дайте мне геймплей. Так, нет, вот сюда. Возможно, в этой почте находятся какие-нибудь коды и прочая фигня. Это фонарик квадратный. Ой. Это что такое? Турель. Класс. Съесть. Банан съел. Какой-то эффект на меня наложило. Код замка на двери в ваш кабинет 0451. 0451. Мой кабинет. Можно стекло бить. Вот является вашим домом. Видео доступно на вашем терминале. Это мой дом. Я тут сплю. Нет, утилизирую. Так, видео на терминале. О, еще какой-то нейромод. И пистолет. Уже лучше.
Да, половина звуков почему-то не работает, когда дерешься. Так, воспроизвести. О, главный экран. И? А, вот он. Привет, Морган. Ну и денек. Уже сама с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости, это навсегда. 1 января заслуживает доверия. Это оператор, вроде резервной копии. Помнит все за тебя. Мы тестировали новый нейромод на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами. Но кто-то мог забить и сделать один день всей твоей жизни. Вот. Именно так и сделал Алекс. Только вот зачем? Тебе не понравится, что я скажу. И все? Я думал, что нашел все эти чертовые записи. Извини, но я не могу дать тебе их прослушать. Сначала я должен тебе все объяснить. А пока просто, черт возьми, мне пора сидеть тихо. Пожалуйста. И все? Что-то не хватает. Ладно, это, видимо, крафт. Лениво с ним разбираться. Спасибо, что сыграли в Demo Versio Pro и раскройте ТТТ, и все? Нет? А, нет, еще позволяет играть. О, а здесь у меня пулеметик. Так. Рекомендуют использовать пси-пушку. А, она ненадолго работает. Так что ж такое? Ладно. Где еще один? Надо все обыскивать. О, пистолет. Ай. Чертеж 9-миллиметровых патронов. Ладно. Взрывчатый баллон. Можно каждую мусорку обыскать, это классно.
эту фигню можно починить. Фу. 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 Все, недоступно в демоверсии Prey. Все, значит, я все прошел. Ну, не знаю, мне не нравится. Как персонаж двигается, как он дерется. Мимики дурацкие. Я не знаю, у меня вот в Half-Life никаких проблем с хэдкрабами не было. А здесь как-то... Как-то все так странно. Странно плохо. Не знаю, но может быть я слишком... Но все равно это не Half-Life, это больше Bioshock все-таки. По ощущениям, но почему-то в Bioshock меня это не раздражало. Ну, видимо, здесь все не так. Здесь, видимо, можно где-то полазить. Вот. Цветок агавы зачем-то. Видны ноги делают игру на 10% лучше. Действительно. Когда и всегда клево, когда есть ноги. Ой. Камцумир. Класс. Вот типа вот так вот надо работать, да? Ладно. Ну, ладно, можно тут заканчивать, потому что больше ничего нового нет. Дальше меня не пускает, демка закончилась. Игра хорошая, покупать ее, конечно, не буду. Хотя, подождите, а, да, не пускает же. Все. Ладно, на этом мы закончим наш осмотр. Всем спасибо. Всем спасибо, всем пока.